Есть, есть. О, стравливает как лес. Ох. Друзья, всем привет! Снова приехал на рыбалку. Ловлю я сегодня на Истринском водохранилище. С утра уже расставил жерлицы, затемно еще, поэтому ничего не снимал, потому что было темно. И была у меня уже одна сработка, и одна щучка уже поймана, друзья. И всем желаю приятного просмотра, я думаю, будет интересно. Половлю сегодня на жерлице и попробую половить плотвичку. Посмотрим, что мне сегодня удастся поймать. Друзья, вот первая сработка. Вот только что отматывала. Не полностью вымотала, сейчас подожду еще, пусть глотает. О, есть, есть, есть щучка. Ну, такая ничего, хорошенькая должна быть. Правда, я багор вот не взял. О, стравливает как лес. Ох, хорошая должна быть. Расцвело уже давненько, сейчас вон уже 20 минут 10. Вот только-только вот первая сработка еще. О, ничего, ничего. Сейчас мы ее достанем. Сел чайку вон попить. Смотрю, раз и сработка. Оглядываюсь частенько, даже не услышал. Хоть и далеко, недалеко сидел. Так, ну что, давай, давай. Вот она. Вот она, друзья. Вот такая вот щучка. Ну, килошка должна быть по-любому. Ну что, с почином. Хорошая щучка. О, уже хорошо. А, так она заглотила уже. У меня крючок вот здесь вот находится. Так, будем менять, значит, поводок сейчас. Так, вот есть у меня готовый поводочек. Живец у меня сегодня карасик. Поставлю такого некрупного. Такого средненького. Все, отправляем живчика. Готово, ждем очередную сработку. Погода, конечно, такая, что комфортно не посидишь. Взял с собой палатку. Сейчас, я думаю, палаточку поставлю. И, наверное, там буду сидеть уже, плотвичку ловить. Закормил три лунки. Одну вот ближе к берегу, одну на русле, вот 4,5 метра. И вот где-то на 3 метрах, наверное, тоже я вот закормил. Друзья, очередная сработка. Сейчас вот сработала вот здесь жерлица до этого. И вот следующая рядом сейчас сработала. Отошел к машине. Пошел, думал, сейчас палатку возьму. Увидел, оглянулся, увидел сработку. Не знаю, возможно, отмотал. О, мотает, мотает. А нет, это же жерлица сработала. Я думал, та сработала. Это же жерлица до этого сейчас тоже сработала. Пусть заглатывает. О, натягивает. Сейчас натянет, я буду дергать. О, есть, есть. Думал, выдернул, но нет. О, небольшая, видимо. Не сильно сопротивляется. И чё? Грамм 800-900, наверное, будет. А, пальцы. Вот такая вот, друзья. Ну, это грамм
Это маловато, конечно. Грамм 700, наверное. Сейчас я ее отпущу, если сейчас получится. Вот такая вот красотка. Такая светленькая. Ну, крючок у нее прям там внутри уже, по-моему. Вон карасик, прямо аж там он, голова его. А тройник у меня он там внутри. Ну, будем брать, значит. Друзья, оказалось, что сработала снова та же жерлица. Одна жерлица вот у меня сработала уже два раза. Ну, надо, наверное, сюда переставить еще парочку с края. И, возможно, будет удача. Сработала жерлица. Так, все, мчим туда. Снова та же. Снова та же сработала. Так, возьмем погор. Мало ли что. Хорошая будет. Так, не знаю, сколько времени она тут уже сработанная стоит. О, так она все отмотала уже. О, есть, есть. Есть, друзья. Есть. На меня идет, идет. Так, пока не пойму. Пока не пойму. Размерчик. Ну, небольшая вроде. Килошка должна быть. Так, 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 стой. Стой, стой, стой. О, вот она, друзья. Красотка. Килошка по-любому. Килошка есть. Друзья, вот такая вот красотка попалась. Ну, килошка, я думаю, должна быть. Возможно, даже чуть-чуть побольше. Кило 100, возможно. Ну, хорошая щучка. На жареху самое то. Друзья, что самое интересное, у меня работает сегодня только одна жерлица. Вот три сработки уже и три щуки. Обалдеть просто. Вот все жерлицы стоят, молчат. Вот одна только и работает. Тоже заглотила. Так, нужно как-то вытаскивать, потому что у меня поводков больше нету. Во, как заглотила. Так, надо поскорее вытаскивать крючок как-нибудь. Потому что одна только жерлица у меня сегодня работает. Нужно быстрее перезаряжать ее. Я вам тропинку тут вытоптал уже. Хожу только к этой жерлице, туда-сюда. Так, ну они вот одинаковые, вот эти две. Ну вот, маленькую не удалось отпустить, конечно, жалко. Вот эти вот такие хорошенькие. Сейчас мы их взвесим чуть попозже. Так, ну что? Будем ожидать крупную щучку. Давай, карасик, не подведи нас. Возлагаем большие надежды. Так. Друзья, давайте взвесим рыбку. Вот, по нолям. Так, вот это последнее, давайте сначала взвесим. Кило 265. Ну что, хорошая щучка такая. Мясистая. Ну и первый давайте тоже взвесим. Вот они прям одинаковые. Он живая еще до сих пор. Сейчас снежок чуть-чуть уберу. Ну так примерно. Вот по нолям. Кило 165. Вот такие вот хорошие щучки две. Ну а это
даже взвешивать не буду. Ну, грамм 700, наверное. Ну, давайте ради интереса. По нолям. Ну да, 725. 725 грамм. Маловато, но увы, что поделать. О, есть. О, хорошая плотвичка-то. Друзья, смотрите. Тут плотвичка уже, размерчик хороший. Есть. О, хорошая такая же. Три жерлица попробовал поставить возле камыша. Вот раз жерличка, вот вторая, вот третья. Посередине что-то вот не берет. Не знаю, сейчас вот посмотрим с краю, возможно, будет клевать. Опа, есть. Плотвичка, наверное. О, да, вот такая хорошая плотвичка. Есть. О, вот это живцовый уже размерчик такой. Это на живца сейчас я посажу. Опа, есть. Вот они, поклевочки. О, хорошая тоже, смотрите, какая. О, друзья. Хорошая плотвичка уже такая. Есть. Вот она, вот такая вот. Плотвичка хорошая. Друзья, очередная сработка. О, мотает, мотает, мотает потихоньку. Пусть заглатывает. Натягивает, натягивает. Ага, есть. Есть, есть. Есть щучка. Ну, не прям, конечно, крупная. Но сопротивляется хорошо. Карасик. Вижу карасика. О, о, друзья, вот такая щучка попалась. О, смотрите. О, как раз хорошо зацепило, сейчас я ее отпущу. Очередная, это вот четвертая сработка и четвертая щучка. Загадываем желание поймать трофейную щуку в этом году, в этом зимнем сезоне. Все, отпускаем, плыви. Все, ушла. Ну что, друзья, сейчас я сюда заряжу плотвичку и будем ждать очередную сработку. Два слоя льда, а между слоями льда вода, где-то сантиметров 10, наверное. Очень тяжело ходить по такому льду. Что, друзья, давайте будем смотреть. Так, ну, размотки нету. До этого было 4 сработки, и все были результативными. Неужели это холостая? Так, ну давайте, наверное, я буду подсекать. О, карась.
Так, давайте, наверное, я карасик сюда поменьше поставлю. Хочу еще разок закормить. Вот, использую вот такую вот прикормку. Она уже увлажненная, идет сразу. Очень удобно. Вот сразу взял, насыпал кормушку. Вот так вот. Все, и сразу можно закормить. Так, здесь у меня глубина 3,5 метра. Я сейчас хочу опустить на 2 метра и раскрыть кормушку в толще воды. Для того, чтобы кормовое пятно было пошире. Ну и, естественно, чтобы не распугать рыбу. Раз. Все. Сейчас уже поставлю палатку и буду ловить в палатке. Вот и все. Палаточка готова. Раскрывается быстро. Опа, есть. Вот она. Ну, такую можно на живца, наверное, поставить. Опа, сразу же взял. Ух, какой, смотрите, покрупнее такой. Опа, есть. Вот такая вот, такой вот живцовый размерчик как раз. Опа, есть. Хорошая плотвичка, хорошая. Вот, смотрите, блядь. Ах, какая. Опа, есть. О, как колечком насадил, сразу начал хорошо подсекаться. Вот, друзья. Опа, есть. Маленькая. На живца, наверное, как раз будет. Так. Крючок, видимо, цепляется за кромку льда. О, как раз живчик. О, есть. Так, этот тоже, наверное, на живца давайте оставим. Друзья, очередная сработка. О, вымотало все полностью. Сейчас будем подсекать. О, есть, есть. Есть. Завела куда-то, что ли? А, нет. Холостая, видимо. Куда-то завела в траву. Живец. Живец чуток покоцанный. Друзья, световой день уже заканчивается. Пришло время собираться домой. Давайте посмотрим, что мне удалось сегодня поймать. Поймал я две вот такие вот хорошие щучки. Кило 200 где-то обе. Кило 150 где-то и кило 250. Вот такие вот две хорошие щучки попались мне сегодня. И
Вот такую вот я не смог отпустить, она заглотила, вот где-то 720 грамм. Ну и плотвички меня порадовали сумасшедшим клевом просто. Это самые крупные, вот которые были, вот такие вот. Побольше ладони. Немножко вот, ладошечные такие. И живцовые у меня в этом, в ведре. В общем, вот такая рыбалка у меня сегодня получилась, друзья. Кому понравилось, ставьте палец вверх, подписывайтесь на наш канал. И до новых встреч, всем пока!